лифт не работает уже вторую неделю в одном из девятиэтажек Черкесска. В редакцию «Вести» обратились жители. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Какая поддержка оказывается государством предпринимателям и каких результатов они достигли в бизнесе? Подвели итоги конкурса «Экспортер года 2023». Жители некоторых домов рады переменам, которые к ним пришли с проектом. Безопасные и качественные автомобильные дороги их приводят в порядок в Черкесске. Город мастеров развернулся в картинной галерее Черкесска. Что смогут увидеть посетители на выставке-конкурсе, которая продлится до 25 июля? Здравствуйте, на телеканале «Россия-24» «Вести» Карачаево-Черкесия. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в Москве встретился с депутатом Госдумы России, руководителем фракции «Справедливая Россия за правду» Сергеем Мироновым. В ходе двусторонней встречи обсудили ряд вопросов, связанных с взаимодействием депутатов фракции в Государственной Думе с органами исполнительной и законодательной власти Карачаево-Черкесии в рамках реализации задач, поставленных президентом страны Владимиром Путиным в его указе о стратегических целях развития России до 2030 года и в дальнейшей перспективе. В плоскость общих задач попадают вопросы, направленные на улучшение качества жизни людей, вопросы социальной политики и демографии, поддержка экономических инициатив. Одно из важнейших направлений совместной работы – поддержка военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО и членов их семей. Также обсудили вопрос предстоящей поездки Сергея Михайловича в республику и дальнейшие форматы взаимодействия в целях социально-экономического развития Карачаево-Черкесии. В редакцию «Вести» обратились жители одного из домов Черкесска. В их девятиэтажке в течение длительного периода времени не работает лифт, из-за чего люди с ограниченными возможностями здоровья вынуждены не выходить на улицу даже за едой и лекарствами. В ситуации разбирался наш корреспондент Артур Мхце. О том, что в первом подъезде 41-го дома по улице Балахонова не работает лифт, Лидия Григорьевна узнала, когда собиралась сходить в магазин. Конструкция, которую заменили всего пару лет назад, и раньше порой не реагировала на вызовы. Но сейчас пожилой жительнице Черкесска намного сложнее спускаться с 6-го этажа по ступеням, а ведь потом пришлось бы еще и подниматься наверх. Нам очень неудобно. У нас даже вот рядом магазин, мы не можем спуститься даже в этот магазин продукты купить. Это хорошо, у меня старый тоже деду, муж, он больной, но он задыхается, но выползет, хлеб все купит. Другие же у нас есть, вот на 7-м этаже женщина лежит. Вот вы сейчас подниметесь, увидите, какой там 98 лет, ему надо к врачу, он не может. Соседи этажом выше тоже остались дома. Виталий Гаврилович – ветеран Великой Отечественной войны. Напоминанием о тяжелейших боях служат несколько боевых ранений. Из-за них он вынужден постоянно поддерживать удовлетворительное состояние здоровья с помощью лекарств. Очень плохо состояние. Ноги не ходят. Нужно 500 таблеток в месяц. Пью 3-4 дня, таблетки кончаются, ехать в аптеку. Спускаться некуда, 7-й этаж, лифт не работает. Неделю. Жители дома много раз звонили в обслуживающую организацию. Сперва им пообещали, что приобретут в соседнем регионе необходимую деталь и сразу отремонтируют лифт. Но позже вовсе прекратили общение с людьми. Теперь, значит, мы с субботы звоним. Никаких деталей. И они вообще не хотят с нами разговаривать. Диспетчер отвечает там, говорит, нету никого. В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что нередко жители Черкесска сами бывают виноваты в поломке лифтового оборудования. Бьют зеркала, выковыривают зачем-то кнопки. Но даже в этом случае находящиеся на гарантийном обслуживании конструкции должны быть приведены в нормативное состояние. В доме номер 41 по улице Балахунова капитальный ремонт и полная замена лифтового оборудования были выполнены в 2022 году. Значит, в соответствии с жилищным кодексом, региональный оператор несет определенные гарантийные обязательства по этому лифту в течение 5 лет. Поэтому людям нужно обращаться туда. А поскольку предельный срок устранения неисправности лифта составляет 1 сутки, то по поводу перерасчета за содержание жилищного фонда жители должны обращаться в управляющую организацию.
К сожалению, граждане, особенно пожилые, редко осведомлены о своих правах. Так, обслуживающая лифт организация обязана устранить неисправности в течение 24 часов. А ведь в таких условиях люди находятся уже несколько дней. Думается, после официального обращения в надзорное ведомство, дело куда быстрее сдвинется с мертвой точки. Артур Мхцей, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. В Центре молодежного инновационного творчества «Черкесска» состоялось награждение победителей и призеров регионального этапа конкурса «Экспортер года 2023». Еще в этот день обсудили в ходе круглого стола внешнеторговую деятельность республики в новой экономической реальности. Альбина Ламкова продолжит. Фатима Эбзеева, успешный предприниматель, активно участвует в развитии сферы легкой промышленности. Вместе с участниками круглого стола «Внешнеторговая деятельность Карачаево-Черкесии в новой экономической реальности» обсудили новые возможности для бизнеса через международное сотрудничество и участие в международных выставках. Несомненно, такие встречи значимы для обмена опытом и идеями с коллегами, особенно в новых реалиях, говорит Фатима. В этом деле им помогает Центр «Мой бизнес» Карачаево-Черкесии. Поддержка Центра «Мой бизнес» в лице Дианы Казимовны очень-очень для нас важна, потому что она нас поддерживает не просто как бизнесменов, она умеет найти общий язык с нами со всеми, и как с людьми общаться, и живое общение, постоянные какие-то форумы, встречи с людьми, которые добились уже каких-то высот, дают нам возможность развиваться, знать, куда расти и куда идти. На встрече подробно рассказали об инструментах расчетно-кассового обслуживания внешнеэкономической деятельности в банке, о региональных мерах поддержки для экспортно-ориентированных предприятий республики. Я предлагаю предприятиям Северного Кавказа быть более активными, следить за вот имеющимися мерами поддержки. У нас в РЭЦах очень много. И пользоваться ими. Первое – это консультационные услуги, они бесплатные. У нас есть представители за рубежом, у нас есть в Москве люди компетентные вот в экспорте, и они могут оказать консалтинг, то есть помочь советам. Вот. Есть отдельный блок – это субсидии. Это вот то, что государство дает экспортерам, субсидии на транспортировку, на выставки. И третий блок, вот он такой мощный, это финансовый блок, это кредиты, льготные кредиты, но опять же это при поддержке государства. После обсуждения внешнеторговой деятельности объявили результаты республиканского конкурса «Экспортер года» среди субъектов малого и среднего бизнеса. Основной целью проведения мероприятия стало стимулирование и развитие экспортного потенциала предпринимателей региона. Традиционно мы проводим этот конкурс внутри региона среди экспортеров, которые успешно ведут свою деятельность за рубежом, ну то есть экспортируют свою деятельность. У нас сегодня две номинации, 6 победителей, две номинации – это «Прорыв года» и «Экспортер в сфере легкой промышленности». Альбина Ламкова, Михак Арекелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесии приступили к уборке зерновых колосовых культур. С ходом уборочной кампании ознакомился министр сельского хозяйства республики Анзор Баташев. В ходе рабочей поездки в Адыгейхабльский район он посетил хозяйство Тамары Михайлиди на территории более 800 гектаров. Возделывается озимая пшеница, кукуруза на зерно и подсолнечник. По завершению осмотра сельскохозяйственных угодий Анзор Баташев отметил, что благодаря грамотно выстроенной структуре посевных площадей с акцентом на рентабельные и высоколиквидивные культуры, хозяйство регулярно вносит большой вклад в общий региональный урожай. В МВД по Карачаево-Черкесии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 88-й годовщине госавтоинспекции. С торжественного поднятия флага России, Карачаево-Черкесии и знамени МВД по Карачаево-Черкесии на плацу началось мероприятие. Сотрудников госавтоинспекции, выстроившихся в честь своего профессионального праздника, приветствовал министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии, полковник полиции Владимир Нефедов. В РИО начальника госинспекции Халид Семенов, в РИО начальника управления по работе с личным составом Али Салпагаров. Ваша работа требует проявления лучших качеств, честности и принципиальности, доброжелательности и мужества, компетентности и самоотверженности. Надеюсь, что каждый из вас гордится выбранной профессией, отметил министр внутренних дел. Желаю личному составу госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в нелегкой службе на благо Отечества.
За высокие успехи в служебной деятельности и в связи с профессиональным праздником лучшие сотрудники получили ведомственные награды. В текущем году в региональной столице планируется отремонтировать 25 участков автомобильных дорог общей протяженностью 13 километров. На некоторых объектах строители уже приступили к работе. За созданием комфортных на автомобильных дорогах Черкесска работ наблюдал корреспондент Артур Мхце. Да, мы ездили раз, видно, это сыпано. Сколько мог. То есть, получается, когда приехали, начали сделать, то есть все раскопали, все, что надо делать. Да, обрезали эти. Он новый люк вообще не пользовали. День, как он постоял, на другой день эти приехали с рыда. И такого здесь. Ну и потом вам самому пришлось все это убирать. Ну вот сейчас только вылезли. Улица Шершова – один из 25 участков автодорог Черкесска, где в текущем году ожидаются кардинальные перемены. Мало того, что ранее гравийная с натяжкой проезжая часть теперь будет заасфальтирована, так еще и обзаведется полноценным тротуаром. Жители близлежащих домов рады переменам, которые к ним пришли с проектом безопасной и качественной автомобильной дороги. А потому тоже по мере сил стараются помочь. Например, с прочисткой засыпанных землей коммуникаций. Как говорят подрядчики, при укладке дорожного полотна они учитывают требования, касающиеся в том числе высоты люков. Мы подготавливаем люки, поднимаем, подготавливаем под второй слой асфальта, чтобы все было вровень с дорогой и люки, и не было ни ям, ни провалов. А какие параметры должны быть? Люк должен от первого слоя на 5 сантиметров возвышаться, чтобы второй слой прошел в притирку по краям. Первый слой на Шершова уложен. После того, как будут подготовлены все люки, начнется следующий этап. Пока же здесь наступило временное затишье, а вот на улице Московской звуки строительной техники слышны отчетливо. Ранее сюда были приглашены представители ресурсоснабжающих организаций, перед которыми стояла задача заменить коммуникации до реализации проекта. Сейчас мы находимся на улице Московской, где уже провели выравнивание грунта, после чего на данный момент сейчас стелится первый слой асфальта, далее будут подниматься люки, ну и уже завершающий слой, завершающее покрытие. В текущем году планируется заменить в общей сложности 13 километров проезжей части, что позволит создать для автомобилистов куда больше комфорта при передвижении по улицам республиканской столицы. Артур Мхце, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. В картинной галерее музея-заповедника Карачаево-Черкесии состоялось торжественное открытие республиканской выставки конкурса самодеятельных мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». Участниками мероприятия стали талантливые мастера со всех районов республики, представившие свои уникальные и самобытные работы. Конкурсантов будет оценивать компетентное жюри. Итоги подведут 25 июля. Победители и призеры будут награждены дипломами первой, второй и третьей степени и ценными подарками. Отмечу, выставка декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» проводится Центром народной культуры в рамках Республиканского фестиваля народного творчества «Сила России в нашем народе» и проходит уже не первый год. Знакомиться с творчеством участников могут все желающие с 10 до 18 часов ежедневно до 25 июля. У нас каждый год проходит несколько очень важных для нашей республики выставок, и «Город мастеров» – это одна из тех, которые позволяют нам увидеть новых мастеров из каждого района. И самое главное – видеть, как от года к году растет уровень работ. Очень приятно видеть, что здесь появляются и новые форматы. И вот то наше стремление, чтобы каждый мастер становился производителем сувенирной продукции, дизайнерской продукции, чего-то, что будет покупать широкий зритель и туристы, и наши жители республики. С каждым годом мы все ближе и ближе к этому направлению. Видим, что уже и появляются рекламные материалы у наших мастеров. Это говорит о том, что тот путь, который они избрали, для них становится основным делом жизни, и они не уйдут из этого искусства, которое годами изучали и в нашем колледже, и перенимали от своих предков, а будут продолжать, и мы будем видеть, как из поколения в поколение вот это искусство передается, но в то же время остается актуальным. На территории всесезонного комплекса «Архыз» пройдет открытый чемпионат СКФО по даунхиллу. Уже совсем скоро на курорте откроется байк-парк с трассами разного уровня сложности, суммарной протяженностью более 5 километров, предназначенными как для любителей велопрогулок в горной местности, так и для опытных райдеров и профессиональных спортсменов. И первым масштабным событием станет чемпионат СКФО по даунхиллу.
Карачаево-Черкесия присоединяется к всероссийскому молебну о победе. Завтра, 6 июля, в Черкесск привезут Казанскую икону Божьей Матери. В Никольском соборе с 20 часов 30 минут будут организованы молебные пения о победе, а также крестный ход с чудотворным образом. В собор верующие смогут прийти в воскресенье и в понедельник. Завершилось турне Центрального пограничного управления ансамбля ФСБ России по республикам Северного Кавказа. С незабываемой концертной программой артисты выступили практически во всех городах и крупных населенных пунктах. Он прошел в рамках информационно-патриотической акции «Беречь отчизну, долг и честь». И основной целью является поддержка проведения СВО «Пример мужества и героизма». На концерт были приглашены представители власти, ветераны боевых действий и члены их семей. Артисты впервые в Карачаево-Черкесии, помимо обширного репертуара, изюминкой ансамбля является исполнение национальных произведений того региона, в котором проходит их выступление. Так, песню «Салам алейкум» исполняли всем залом. Концерт прошел при полном аншлаге. Артисты подарили зрителям незабываемые ощущения и непередаваемые чувства. После выступления с художественным руководителем, начальником Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, полковником Андреем Капраловым и сотрудником пограничной службы ФСБ России Сергеем Корлюковым встретилась Мадина Каракетова.
Центральный пограничный ансамбль ФСБ России завершил турне по республикам Северного Кавказа. Расскажите, пожалуйста, как вас встретили в наших краях, как воспринял зритель и какие у вас впечатления от посещения Северного Кавказа и, в частности, нашей республики? Изумительно. Просто замечательно. В каждом зале, в каждой республике были, ну, оглушительные, по сути дела, приемы. Очень тепло, очень чутко публика откликалась на каждое фактическое произведение. Поэтому, ну, вы, собственно, и сами сегодня видели, что это, ну, это сложно передать словами, когда живая музыка идет непосредственно вот в зрительный зал, и мы из зала получаем обратный отклик. Это совершенно потрясающее ощущение, потрясающее чувство. И так было в каждой республике. В каждой республике есть свой какой-то нюанс, есть своя культура, есть свои традиции. Но когда разговариваешь языком семинот, когда поешь о тех вещах, которые близки каждому человеку, вот, то здесь, безусловно, нету никакого различия. Поэтому прошло все просто великолепно. С какой целью было организовано и реализовано данное турне? Целями акции является поддержка проведения специальной военной операции, пропаганда примеров мужества и героизма сотрудников органов безопасности и пограничной службы, укрепление дружеских связей пограничников с руководством субъектов Российской Федерации и местным населением в интересах пограничной деятельности, а также проведение профориентационной работы среди молодежи. Важной задачей данной акции является патриотическое воспитание граждан Российской Федерации. Выступление вашего ансамбля – это нечто невообразимое. Я получила огромное удовольствие, и я думаю, что со мной согласится каждый зритель, который присутствовал в этом зале. Я даже встретила несколько человек, которые вот из Черкесска, один раз побывав на вашем концерте, они приехали сюда, в Карачаевск, чтобы послушать вас еще раз. Вы выполняете серьезные творческие задачи, сложнейшие творческие задачи. Расскажите, пожалуйста, как вы вот справляетесь с этим? Ну, наверное, как справляется любой профессиональный человек. Наверное, неправильным будет, как справляется там летчик-истребитель, выходя там на какие-то совершенно сумасшедшие высоты, на бешеных скоростях, как он справляется с этим. Он профессионал. Он этим занимается всю жизнь. Поэтому мы, это наша профессия. Мы этому учились. У нас это получается, и мы это делаем с удовольствием и с радостью. Это турне, это не разовая акция. Вы уже на протяжении 17 лет разъезжаете не только по городам России, но и по всему миру. Но у нас, в Карачаево-Черкесии, вы вот впервые. Поделитесь впечатлениями. Вам удалось хоть что-то посмотреть, хоть что-то увидеть? Вы знаете, ну, поскольку мы все-таки приехали не в туристическую поездку, а именно с акцией, вот, то самое главное для нас достопримечательность – это те люди, которых мы встречаем, и вот те ощущения, которые мы получаем на концертах. Конечно, удалось посмотреть, безусловно, удалось посмотреть, но, к сожалению, только из окна автобуса. Вот, поэтому ну, много очень переездов, каждый день другой город, и сами понимаете, живой звук, он требует тщательной подготовки. Поэтому, собственно, походить, посмотреть достопримечательности пока не удалось. Но на Донбай уже краем глаза взглянули. Надеюсь, что еще подъедем поближе. Репертуар вашего ансамбля – это не только патриотические песни и песни военных лет. Он гораздо разнообразнее, шире. Расскажите, о чем вы поете? Вот немного расскажите о творчестве своем. Я думаю, что если я сейчас начну вам перечислять, что входит в репертуар ансамбля, никакого интервью не хватит. Я вам скажу так, что входит в репертуар коллектива вокальные и хореографические произведения, наиболее яркие, лучшие произведения не только России, а и всей мировой культуры. Мы себе не отказываем в удовольствии пользоваться плодами великих европейских, американских, австралийских композиторов и музыкантов.
Мы никак не ограничиваем себя в своих правах. Пусть Европа и Америка себя ограничивает, урезая себя от... отрезая, я бы сказал так, себя от огромного пласта русской культуры. Тем более наша культура многонациональна. И чем больше этих национальностей, чем больше традиций, тем богаче наша культура. Вот поэтому входят... Все фактически, от песен военных лет до классических произведений. Мы исполняем, поем и танцуем фактически все. У многих участников ансамбля есть заслуженное звание. У вас есть свой оркестр, у вас есть свой хор, у вас есть свои солисты и даже свой собственный балет. Это наверняка это результат огромного труда, колоссального труда. Любой, наверное, профессиональный коллектив – это коллектив, который достаточно много и трудно должен трудиться, прежде чем получилось что-то хорошее. Я не знаю, может быть, пошучу немножечко, но у нас часто так в качестве шутки звучит, что в политике, в футболе и в музыке у нас разбираются все. Вот только единственное, что на профессиональном уровне этим занимаются немногие люди. Мы стараемся свою работу делать профессионально. А ансамбль – это уникальное создание, где не только музыка, не только песня, но еще и танец работают одновременно. И в физике есть такое понятие, как синергия. Вот создается такой синергетический эффект усиления. Усиление эмоций, усиление отдачи, ну и, соответственно, усиление отдачи зала. Сергей Владимирович... Вы вот в программе посещения Карачаево-Черкесии у вас предполагались встречи с представителями органов власти, с ветеранами, с будущим нашей страны, с детьми. Даже шла речь об оказании помощи материальной некоторым пограничникам, участникам боевых действий. Скажите, пожалуйста, удалось ли вам реализовать все вот эти планы, все вот эти задачи, и насколько вот это взаимодействие было плодотворным? Подобные встречи состоялись. Мы вчера в Черкесске вручали подарок ветерану пограничных войск. Также у нас запланированы еще дальнейшие встречи, на которых мы также будем вручать подарки тем категориям, которые вы озвучили. Угу. Расскажите немного о том, что вы памятные места, памятники посетили, возложения были? Во время проведения акций мы в обязательном порядке посещаем памятные исторические места, мемориальные места, возлагаем цветы, проводим траурные митинги, посвященные различным событиям в истории нашей России. Кроме этого, у нас проводятся различные выставки, организовываются выставки вооружения, военной техники, военной формы одежды, используемой в охране государственной границы, фотодокументальные выставки Центрального пограничного музея, осуществляется раздача печатной продукции книжно-журнального издательства «Граница». Ну и подобные выступления у нас одномоментно, вот сегодня, на сегодняшний день, проведено, кроме вот этого выступления, еще 3 выступления на территории Карачаево-Черкесской республики. Ни для кого не секрет, что сейчас очень непростое время для нашей страны, и многие наши ребята выполняют свой долг в зоне СВО. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать нашим бойцам, нашим воинам, матерям, женам, которые ждут их дома, и родителям, которые потеряли своих детей, ну и, конечно же, нашей России? Конечно же, победы. Ближайшей нашей победы. Это основная задача на сегодняшний момент. И те сотрудники, которые находятся сейчас, участвуя в боевых действиях, выполняя свои обязанности защитников Родины, конечно, мы их все поддерживаем, поддерживает вся страна. Поэтому хотелось бы пожелать им возвращения домой живыми и здоровыми. Победы! Выполнение всех поставленных задач и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми.
Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Ждем вас еще. Спасибо вам за замечательный концерт, за отличные эмоции, за настроение. Спасибо. Творческих успехов. Спасибо. Карачаево-Черкесскому филиалу университета «Синергия» 30 лет. Филиал – единственный негосударственный вуз на Северном Кавказе, который имеет лицензию по специальности «Лечебное дело» и выдает диплом государственного образца. «Лечебное дело» – одна из самых востребованных специальностей в медицине. Хочешь стать успешным врачом? Поступай в Карачаево-Черкесский филиал университета «Синергия». Вся информация о поступлении и обучении по адресу Черкесск, проспект Ленина, 83 или по телефону 2026-00. На высокооплачиваемую работу в ДРСУ, первый филиал ООО «Дорснаб», требуются следующие специалисты. Машинист автогрейдера, машинист мини-погрузчика «Бобкат», механик по выпуску спецтехники, машинист катка асфальтного, машинист бульдозера, дорожный рабочий, асфальтобетонщик, мастер СМР, начальник участка. Обращаться по номеру 8 918 621 78 71.